Реально не везет. Ладно, штурм, в следующий раз. Следующий, когда-нибудь. Может, тебе выпадет. Или тебе еще что-то надо? Вроде все, больше тебе не надо ничего. Да, он неудачу приносит. Да, я понял, что тебе три предмета. Ни один не выпал из этих трех предметов. А что, ему в PvP надо там что-то принтроль, да? Да. Принтроль, все Так. выгнили и Спина, сама. да? Спина сама, да? Ну, силу гнили я ему не отдам. Бис, бис. Кунка, бог велел делиться. Золова на штурм покупай колечко, там бисы надо. Ладно, удачи тебе, что до следующего КД получается. Ну или там есть прекрасная вкладка, называется магазин. Там все быстро и четко. Да, я оттуда шеем сролил. Сролил, да? Да. Кунка, отвел. У меня есть скрин, как он фармил в Дуратаре. А ты Кунка первый на сервере, нет? Не ну, знаю. Ну, что, убейте. Там же ударили мобага. Нах. Нет. То ты магмы поставил, блядь, ударили мобага. Он был уже в комбате, так-то. Сколько шеем на сервере? Ну, чисто осколки. Уже хватает. Чисто за осколки еще никто не платил. Чисто все куплены, да? Ну, да. Да, хорошо, если... Типа... Это тебе нужно, чтобы тебе все КД по 10-12 осколков падали. Да, такого даже в хэме не бывает, на самом деле. Угу. Через недели 3, мне кажется, появятся шемы крафтовые. А если один осколок упал же только, да? Угу. Ну, блин. Что-то они еще сделали что-то с осколками, после того, как их в шоп добавили. Да они всегда рандомно падали, типа. До добавления в шоп они падали нормально, по 5, по 6 стабильно. А, типа... Сейчас они вообще хуево падают. В целом тестов мало было. Это всего лишь 3 КД было. Вахтерши школьники не пропускают. Шкаф поставьте, ты умираешь моментально. Кунка. А. Гляньги чат. Выйди с игры. Тыкнись. А, уже шуманули. Рыбу хавай, фулбаф дали быстрее, поехали. Будет фьюри босс, реслин вон вам. Все на полу поют фьюри. Давайте, тут похуй на кулаки. Ну, главное, чтобы делать все нормально. Кулаки дай, Асти. Или кто там бахает? Она кулака нету почему-то. Я съел. А на то, кому он был? Кулаки. Огурцы возьмите. Не, кулаки будут сегодня или нет? Алло, блядь. Спасибо. Спасибо, Настя. Все, чё отдаю? 4, 3, 2, 1. Ладно. Слушай, вышли. По зеленому поехали. Лужи вышли, босс переводим, лужи не стоим. Пельмени готовимся отходить, ребят. Пельмени отошли. Колба сейчас будет.
Колба. Бля. Я же озвучил заранее. За полсекунды я озвучил. Заранее же. По красному РДД играть. Пельмени отошли. Ой, отведи дальше. Блять, сейчас в РДД пельмени будут ловить, блять. Как ты танчишь, блять, по-китайскому? По красному милики трещины. Блять, батя, ну зачем ты от миликов так далеко меняешь? Глубо. Надо дальше бежать. Пельмени отошли. Встали там кучку, да? Ясно. По зеленым поехали. Унираж портал. В лужу не заходим. Профт ПР по северу. Колбы уходите. Колбы отошли. Пельмени отошли. Север, ты стоит, ты будешь, нет? Типа залагал. По красному играть терминал. В лужу не ступайте. Великий по красному свечкой. Пельмени отошли. Аккуратно, милики. Все, милики, босс. Колбы. Колбы отошли. У севера свет вырубили. Он дичь от написал. 2%. Нормально. Стопнули по боссу. Возьмем, поехали. Лужи вышли. Глю, бабл массакра. Пельмени отошли. Хороним его. Отошли от пристены все. Отошли. Отошли. Милики, куда вы полетели? Ну ёбаный в рот, нахуй. Ну ху, блять, повезло. Рофлыч, что ты там делаешь на РДД? Объясни мне, пожалуйста, блять. На вкус как вишенка. Дурак, что ли, блять? Шишки, блять? Отошли сиську? Отошли от зелёного быстрее все. Бежали от него. Добили зелёного. Боссы, поехали. РДД станьте в один кемп там подальше. Колбы. Пельмени отошли. Блять, лужу закинул. Лужу обойдите. На выйдет 4 стака. Забираем. Реслим. Настя, дай диван поведи. Пельмени отошли. Колба. Пизда. Эдик, дай БР по Насте. Иди дальше, сейчас заблюем этот проход. Сейчас пельмени будут. Пельмени отошли. Колбы сейчас будут. Колбы. Сколько точек нет, блять. И пуха это постоянно падает. Просто постоянно. Ну хоть БС, блядь. Ой, это что у тебя за красный? Идем 2 за 4, когда вешать никому не хочу. Че красный? Чистки. Слева. А, это этот. Сука, знамение ясности, блядь. Вот это круто. Все понял.
На первый этаж летай, починить. Блядь, ну чё мы большого не убили? Вот спрятать его нахуй. Бля, покурить хочется, выйти на балкон. Ну такая погода охуенная. Есть такое желание, да. Зож курица садим. Бля, три минутки можно фокаться, парни? Не против? Давай, давайте после монотеля. Не потерпишь? После монотеля? Ну окей. Не, позаключаю. О, класс на ладу, кстати. Кирилл. А там так тепло, что? И ветерочек въебало прям. Север в дичате написал, блять, что все это вырубили. Акума. Я в курсе. Акума тоже захотелось. Тихо, никто не заходит внутрь. Давай глазиком вытаскивай всю эту хуйню, тут убиваем. Только отойдите подальше, чтобы вас не разъебали сразу. Хотя бы сюда вниз. Что это, два глазика? Ты охуел! Ты глаза проебал. По советнику первым убивайте. Поставьте же сам кто-нибудь после трэша. А, тут квест? Куда коня убирай? По тебе криты летят, блядь, кумка. Что за хуйня? Не до кап дефа у кумки. Нет, у меня по нему криты летят какие-то по 20к, ёбуты. Это я, да. Какие-то таланты мне подхилзик или что? Да. Охуеть, блядь, по 22 даже, не ебать. Я ему крылья дал в этот момент. Ну что за хуйня? На, там вообще ебанутый. Где 30 на 50? Да не, это нихуя не 50%, просто больше, чем обычно. Типа так 15-16, а не по 22 типа. Вытягивайте 5. Дальше мобов. Ой, поешки себе. На хила возьму, на хила, ебать. Кунка, где 30-ка? Пойди в жопу. Вон он 32 дал мне трэш, что ты видишь, фонарь. 32 тысячи он дал. А, ну ладно. Я заснул. Курка, я не вижу. Фурика, будешь делать? Не-не, хуйня. Там гера там нужна. 32 тысячи, вальморда. Бля, ебаные комары уже появились, блядь. Какой-то пидорас меня в плечо укусил, блядь, перчешется всё время. Это я. Вообще пиздец, блядь. Крестик, крестик, верните по звезде, играйте. Не понял, кто что не спиздил. Я. Бальмора. Ну это залет. Да, Кирилл, сколько там? Минус 60% типа. Минус 60%? Блять, минус 2 танка. Музыка! У нас тихо, блять, у нас танки умерли. Вы заебали пиздеть нахуй. Лучше хильте, блять. Два танка сложило, блять. Эдик, это уже твой косяк. Какой косяк, блядь? Ну стопом хили, чувак. Не лежите, резко, побежали. Звездочку добейте хотя бы еще. Троньте просто остальных, в чем проблема? Хант, стой, Хант! Блять. Пхо. Пизда. Бебемон ощилю. Крестик верните. У нас там глю живой еще. Ладно. Че за. Блять, ебаный цирк, блять. Жизнь без ДК сложная. Конка, беги! Стоп, не вступайте в бой. Там танк пришел. Спасайте его. Он уже сиподох. Крестик верните, играйте по остальным. Крестик ширяйте. Он по звездочке играть. Они
не резнутся там. Блять, пизду. Таймер запущенный. Похуй. Запущенный? Нет. Не заходили вроде. Нет, если мобы не резнутся и таймер не запущен, то вообще похуй. Минуту времени потеряли, только и все. Вальку собьёшь, что ли? Вальку? А, сука, в спину кусает. Блять, что с ним? Чего не воспринимчиво? Блять. Что кто-то циклон дал на рофлочку. Кто-то проказничает. Ой, кто-то проказничает. Кто это сделал? Кто это сделал? Ладно, блять. Видите остальное трэш? Только по чуть-чуть, блин. Спасибо. Приятного аппетита. Звездочку фиряете. Командира бейте. Блять, там еще один танк. Крестик бейте. И трусики тоже фиряете. Видеть еще. Кстати, интересно, сверху трэш не запулится, как раньше у нас? Да похуй, там и так время хватит. Тут даже хватит времени с тем, что просто идти трэш сразу чистить и все. Че только советник один, еще видите там три пачки. Я веду. Там последние три моба. Ну идите. Пока советника бейте. Рэпс. Что это тут? Он за свежиками вошел. Вроде дамажит, но... Ну, так он за шишками ушел. Шишки не мешают дамажить, да? А если бы Феникс скачал Феникс, нам бы не пришлось с медведем танком ЦЛК проносить. Феникс. Все, пошли внутрь. Аду. Аду Рофлыч и. Блять. И Кана, блять, сверки подбивать.
кинуть бомбочку. Рыбу хавайте. Выстрел. Все, выстрел. Я с батей бежу. Ой, бегу. Да, если телесета в отпуск, двоих тончик. Нет, килисеты держишь. Давайте пафтись быстрее. Кунка, блин, догоняй речь. Касочку, пожалуйста. На пол в кунку. Чё, чё, да? Я с холи, блядь, с протопалом постою отдельно. А, блядь, они же ещё не запрещены. Похуй. Нормально. Разбежались. Сбежались. Тадрам пьем. Ер, дай. Там по агру 120к, охуеть нормально, никто не бьет килисета в пизду, такой нормальный. Там столько за ДК можно набрать нормально. Кана, ты уже сейчас сорвешь агро, блять. Все, отошли от килисета в пизду, подождем полонара, блять. Подойди, рискнул, не убей, все. Мы же не будем бить его. Ты сорвешь. Кана. Я не бью. Ну там дота набирают твои нервы. Балонар сейчас откроется, балонар пэк. Их и разбежались. Ёбаный в рот. Надо справа поднимите, кай. Побатьевать. Блять, подбросил. Толтрам добивайте. Да, дальше сверка. Дальше бежим. Заскажемся. Иди на школу только, да? Охуенно. Охуенно.
Блять, я лут отменил, а там грудака не было, типа, этого со скелетом? Нет. Чипац, он его не А вам что, за ломана не падает? Это уже с медведя, пока до этой ткани грудак падает. Я забрал его, забрал. Типа, да, но... Ну, сакет он же такой же. А, ну там только гнезда отличаются. Да, там то, что, бля, в Золомановском 4 синих. 3 синих, 2 синих. И один желтый, по-моему. Да похуй. Там на бонус. Да, все равно стоят камни нормальные. Нахуй ты все спулил, блядь. Звездочку ферните. По трусам и по крестику играйте. Но на нем бомб. Нравится, просто очень слаб, поэтому. Звездочку доигрывайте, остальное думаю, я шучу. Погнали наверх. Мы же сферу спиздили. Суки. Забагнулся. Блин, Кунка, как тебя легко убить на трэше, вообще ужас. Одна и луна, ты сдыхаешь. А зачем этого мага зашакли? Грипните его сюда, уешьте. Почему шакли? Луна. Китай не хватает, Кунка? Не, мне-то его хватает, просто чем больше, тем больше ДПСа. Чё-то когда у тебя череп был, ты так не думал. Кунка. Не, понятие дополнительного бафа, который зависит не от моего гира, и то, что я ношу, это разные штуки. Кто будет на боссе, кто чилить? На кого три напыла давить? Это что за чудовище, блять? Варислин, ты будешь зеркало ловить? Варислин на пул первое дадим сразу. Первое. Настя. Ты чё отдаём? Рэндж держим. Вот съебать у босса, блядь, гениально просто, нахуй. Всё, стой, пойдёт. Блять, подвиньтесь чуток, парни. Синрит, скош.
Заслужает пиздец. Сколько укусишь протопауэр. Протопауэр укусишь Швепса. Далеко стоишь. Кунка потом укусишь меня. Потом Швепс укусишь Кринж Кинга. Хилить. Вы бы еще по Нарискина по наполе уже там или мульти с Кингом Сальва. Этот Кана укусишь мульти. Швепс Кринж Кинга, Кана укусишь мульти, то потом. Третий укус. Кунка укусишь меня. Ну, Кана Швепс. Все. Дай поближе. Да заебал он. Кунг и вон стою, вот тут около лестницы прыгаю. Блять, фир ебучий. Рэндж набрали? Дай скрой реслин. Я помню. Прохил. Я нажал на профиль, например. Кунг, ты укусишь, потом дальше. Блять, сбежались. Упусти чуваву. По кринжу надо сорву. Сейчас укус будет через 5 секунд, по нему умирает зеленка. Дальше кусаете, главное, бедерка. Нет, взлетка 15 секунд. Дальше укус главное не проебить. Какая нахуй гера, блядь, если взлетка 5 секунд, тут объясни. Спел. Раньше набрали. Глю, сакра, мана тьму. Быстрее. Прохил. Кунку поднимите. Ринда сейчас умрет. Блять. Ладно. Настя, ты флешку себя хотя бы поставил. Вы разбираетесь, там пол рейда не достают никогда. Сбежались. У нас еще гера есть в кармашке. Без геры, да блять. Зачем только хилок усилил? Ну ладно, я похилю. Бля, мана просто бесконечная, нахуй, на НС. Ладно, хила хочу, ты хуй. Осколков точка нет, блять. Хорошо в ДЦ, да, прокает мана? Много хит, людей. Кунка. Знаешь. Я дал 30 даун. С ракет. Ну, не знаю, у меня в полене она просто бесконечная, нахуй. А, ты, блядь, я с Вальмора тебя перепутал. Бля, где НПЦ, сука? У ДЦ дерьмовая работает. А, у Плейтбоя это мне ты купил? Почему? Типа в дерьмово. Он же по КД, как и я, кидает щитки. Серебра еще 46 минут. Что-то не прокает. Там, ну, так идите покурите, короче, 4 минутки. Ну, там о, блядь, Кринж Кинг, багруха тупо, блядь. Это пиздец, блядь. Пиздец. Ебать, Кринж Кинг, я у тебя ее куплю, оставь ее. Это Кринж Кинг, я сейчас...
Кринштинг. Вон кольцо упало только что, а дух Анту. Ладно, укрыли, брат. Я плечи с рулем. Показан 13. Ну-ка, а чё мне? А мне хуй. Толстый хуй. Швепс, а почему ты здесь вара не качнул? Ой, блядь, там его так одевать долго. Ага. Не, ну хотя подумал. я мог бы ПВЕшить на варе, по идее, ну что-то... ПВЕ дракон. Mm-hmm. Ну чё, натиск скоро выйдет. Вообще нахуй ПВЕ не нужен будет. Нет, все равно на вара нужен. Сколько 4 куска стоит здесь вода? Парень Дега, водный щит 48 тысяч маны. Амая! Амая! Я даже не обновлял его уже больше. Чтоб ты понимал, он висел только 60% в бою, понимаешь? Ну-ка, Эдик, ты что, изменился? А раньше, чтоб ты понимал, знаешь, сколько хилило мне вот эта мразь? Дыхание. Оно мне было почти вровень с щитом. Не знаю, у меня дыхание природы 16800 показывает. И одобрение 10800. Когда только Нэшка вышла, мы ВК замеряли. Это был пиздец. Знаете, сколько мне гимн приста дал маны? 1700 маны, бля. Вот это я приподнялся, нахуй, да? Это хорош, да. Ну, вармару, вот это я приподнялся, да. Опу, вроде бы тоже есть. Редик. 30 тысяч, блядь, инты. Чё? 40 тысяч, нахуй. Подойди, чё ты говоришь? Подойди к Войду. К Войду. Ну-ка. Ничего себе ты изменился, у тебя изменилась прическа. Бля, ты видал, у меня шишки расцвели, нахуй. Ну-а-а. Смогу дать березового сока насосаться, кто хочет, блядь. Подойди поближе и повернись. Смотри, Куночка подошел, сейчас ему солью немного на рот. Подойди поближе к Войду. И повернись. А я не буду, где твой Войд, нахуй. Ну вот он сзади у стены стоит, кот. Вот это? Да. Я же смотрю его стрим. Вау! Да? Чисто сосиска, блядь. Стиль, да? Стилево, да? Не, я тебя бы сорвал. А, там подожди, же, это еще весеннее полено, шишки только начинают расцветать. Это же летнее полено, нет, летнее это полено. Ты что, блядь, июнь месяц, чувак, очнись. Весеннее же там. Если кто-то а сейчас слышишь, а сколько багруха стоит сейчас? 7... Я у тебя за 30 куплю. Очень прыгается, да, она, очень прыгается. Да-да. Да зачем? Никому да, не... Продавай вендору 7 голд. Окупишься 100%. И то не сейчас, чувак. Если на лайки пойдешь, там багруха может прыгать от 32 до 45, блять. Просто в 2 дня разница, понимаешь? Не знаю, 45 ее никто не купит. Ее в чате по 30 продают. Потому что. Вон там перекупы просто ставят. Потому что перекупы ставят по 45, просто их никто не покупает. 30 я куплю вообще. Прям, ну и. Да, я тоже за 5 как голды куплю. Типа быстренько взять, купить, чтобы там нового чара какой-нибудь и все. Давайте, Арчина, ФК. На шамана нормальная шея? Плюс-минус тут есть, поехали на литр. На шаму, тупо. Алло. Нахуям тебе, ВП. На шаму тут же, шаму фулл рез бегает почти. На шаму фулл рез почти бегает. Ясно, блин. Блин, фонаря не хватает, блин. Сейчас некому трить не набирать. Не обижайся, фонарь, я всё, да я любя. Ну все. У меня сегодня... Я не знаю, что сказать. А у нас на тохлом был ретрик? Да, был. У нас-то было же, нет? Я в шоке, кунка. Я уже устал это ЦЛК хилить, на самом деле.
Нар, ты домашку сделал, чтоб БГ порегали. Блин. Да уж, ссылка хотя бы чем, блядь, сходил просто в каражан в ВВК, потом сидишь, молчишь. Я еще делаю вне этого дела. Скучно, блядь, Дега, пиздец, как скучно. Тогда выйди со стрима. Почему? Секрет уже. Можешь мне комп опрокинуть, системник сразу пнуть, как в футболе? Блин, пункт такой гений. Гуру. Да просто контента нет, вот ХМ-ка выйдет, РС-очка, тогда поинтереснее будет. Да, ХМ-ка заявись, сразу отсеется, всего Боки на... Полс... Вон, смотри, как весело. Серьезно? Свернулся на минуту, блядь, и люди начали вздыхать. Скучно, говоришь, милики забегают. Блядь, эти хилы, это пиздец, нахуй. А вот это уже интересный контент. Прочитать новости от Сириуса, просто свернулся на секунду, блядь. Какое право ты имел альтабаться? А зачем мне альтабаться? Я просто второй монитор повернул глаза и читал. Фотошоп открыл, небось. Твой стрим смотрит сейчас? Поздравляю, что там типа экзальты убили там Эдуард, все дела. А кроме них же больше никто не закрывал, кажись. Там вообще я не заходил... было соревнований вроде. Там что-то очень много гильдий, статистику смотрел на сайте. Тоже не 4. Там не было. Там, кстати, брюли какие-то дешманские, да? Китайские. А там и юва дешманские. Да, нихуёвые. Как X5 в принципе. Юва плюс 40 дает сила там, допустим. Ну и хапнут по мере контента. Ну, в Одессе, типа, наверное. В опять шмоте брюле, это вообще кошмар. Типа. За плюсы категории не дают там вроде бы. Да подводи в толпу, войт, ну. Силки. Да ты чё, блядь, три вихря сдохнут милики сразу. И похуй на милика. В смысле? Ну, да. Там мои братки в миле стоят. Подводи, не надо. Подумайся. Войт Фури, ты сам милик, видишь, как она тебя не уважает. Да, остановись в РДД, реально. Пиздец, блядь. Я же говорил, а ты говоришь, третьего подводи, блядь. Кана! Бля, плечо чешется, я не могу, да. Это кринжно. Там хила можно что-то ебануть, что-нибудь залить, блядь. Жижу. Можно брикосы, пожалуйста? Забавно. Хард, никотин, е. Кунка, где 30? Блять. Про топой вес. Мирай дал 30, а ты нет, ты слабый наш. Мирай дал. Протопопера? Протопопера. Протопопера. Беба, готовься, беба. Время приз просто изморали. Она багнулась. Я просто раз так же был на хуй. Я, кажется, просто иду на нахуй пол четверки, чтобы собирать на нахуй. Кунка танчит. Кунка, кстати, вилкой в глаз или в попу раз? А второй у нас по текстуру упал моб, да? Да, где-то там, блин, кончился. Да. Или не придет. Он может сзади с NPC дерется. Нет, не надо наверх, только туда не поднимайтесь. Не идите туда, друид, не иди. Уже пуляет. Хвоздику похуй вообще. Уже пуляет, Валька, блин. Друид, стой, друид! Друид, стой, друид. Реслин слева, этот, как его, ой, Фьюри справа. А, у тебя есть пятна? А, так ты сейчас, блядь, этот мешок вот этот на друиде, нахуй, с одного дыхания, нахуй, сдует. Да какое сдует? Слово дня, сегодня слово дня, друид. Хант, у тебя крабик есть, братан, или доспехи, да? Есть. Там краб только в БМе работает. Спорим, не сдует, блядь, с одного дыхания. Без БМа тоже нормально больше. Без БМа тоже нормально. 25% без БМа.
35% без БМа, 40% с БМом. Там 10% талантов качается, Кирилл. Ну, так что не может быть. Талантов у краба качается. Я тебе говорю, 35 и 5. Ну, значит, 45. Погнали, он, может, я не знаю, блядь. 40 даже, даже 50, там, если с талантом БМа. Пиздец. Вообще жесть. И ебануться. Кровь 50%. У меня, кстати, кровь качана. А кто офнут? Пожалуйста. Уже верит хилить. Let it go. Заговор поноса плюс не выпадет до клыка костыля. Ты шишку выебал, что ли? Да. Две подряд. Да не, что ты такое говоришь, фонарь еще маленький. А фонарь, вот шишка, это даже не у дьявола отсосать. Знаешь, реально. Продаются такие орешки шоколадные, блядь, потому мама дала сегодня. В школу парочку. Какую школу, мальчик? Чтоб было сейчас сынку на перемене покушать, нахуй. И Чокопай ему в микроволновке разогрел. Где Чокопай я отнял по дороге в школу. Как сделать десерт в домашних условиях? Без духов. Без печки. Микроволновка. Без муки, без сахара, без шоколада. Из воздуха. Какой-то там вагон залетел. Там, слышишь? Чё по луту там уже? Минут 10, наверное, да? Полчаса. 34 минуты. Как раз после лича успеем. Ой, Кунка, я видел сапоги, кстати, во сне. Не, ну до кораблей сейчас разрулю. Пока, ну, после вали. Ебать, Депос поднялся. Мой трансмог видел? Ну там сразу в попу раз и вилку в глаз. Да 40% краб типа дает от хила. Представь, на сколько крыло дает? 40%, но у меня, по-моему, бафнут еще 10 сверху. Мне кажется, 50 он дает. Ну, по крайней мере, у меня 50 пишет, ну просто. 50% за хила? Угу. Охуеть. Да, это 20 стаками хилить, не? Каждую минуту такая херня. Ну типа Гера, Гимн, Краб. Подожди, крыло. У крылья в минуту, когда не три? У меня стимул стоит на минуту. Бля, мне тоже его нужно въебать, это топчик. То есть синогений получается? По-любому. Есть, а сколько на ДЦ нужно крита иметь? Ну, типа кап, не кап. Капа нет. Ну плюс-минус, еще... сколько нормально будет. Последний портал заходите, потом Геру даете и захиливаете. А плюс-минус все, что ты со шмота наберешь, а весь шмот с критом. Ну сколько у тебя в среднем? У меня критов... Подавление убиваем в первую очередь сейчас, которое выйдет. 40 или 45%, ну за счет расовой там еще 5. О, да хуя. Ну в рейде да, 40 типа так, 30 вроде. Все, гимн на хп, дальше вебс по бальке. Геру дали, захил босс. О, крылья пошли, ебать. Крыло пошло. Щипать хил. Что-то как-то слабо захилил. Ладно, захилил, похуй. Подавление бить. Вот, на подавитель надо бить. Тику в тику захилит. 7 секунд, блядь, так. Так а что, еще гимн есть? Эх. Ай, спали. Ну, похуй, хилить так. Не успели капельку. Не знаю, как это. А все почему? Цепное сломано в шаму. Войды прохили сейчас умрет. Зайдите вон в один портал, потом дохилите. Да там всякие шепы просто это отстаки нас уберут. Вон справа портал. Я ее захилю, блять, на сука. Ракетку, ракетку, гоблина. О, уже крылья готовы почти. Подавление убивать. 37 стаков не хватает, надо 40.
Да хватает 37 стаков. Так а чего он не захилил? Не знаю, где-то, наверное, что-то, блядь, проебались, нахуй. Глю крылья нажимал вообще? Надо хиливать его уже, я там... Ну, чуть-чуть. Пояс, пояс. Сразу два пояса. Зачем два ТДшных плаща сейчас упадет? Бутсы во сне видел. Зачем два плаща? Я говорил! Два пояса, на. Ебать, Кунка ванганул. Кунка, бери сразу два. Сразу два, нахуй, одевай. Так, без шмотка 5к, напоминаю. Это тренинг со самбо. Так. Кунка. 2600, ну ничего страшного, в следующий раз. Ты кого наебать пытаешься? Ой, ребят, давайте прыгнем за Иерусалим. Эй, я прицелы перехилил, все, я ебать хилс, видели, видели? Хорош Мирай. Мирай. Взорвался. А у меня хпшка решила, понял. Я, кстати, билдом дезморалюсь. На. Хочешь, я ногу сделаю, тебе 10% кидать буду.